Постоянно говорится, человек делает, человек делает. Насколько понимаю, человек не делает ничего. Все происходит свыше. Нет. С какой стати? Мы что, у нас что, вообще никакого выбора нет? Так что же с нами тогда вообще происходит? То есть мы выбираем группу, мы преодолеваем там наше злое начало и просим так в общем. Но дело в том, что возникает ситуация, заблуждение между «нет никого, кроме него» и тем, что должен попросить, потому что всегда говорится «человек делает». Человек может только попросить, выбрать группу, слиться с ней и попросить. Это максимум, что может сделать человек. Да, как говорится, хорошо бы, чтобы молился весь день. Но прийти к молитве, он должен для этого делать какие-то действия? Но это единственное действие, которое он может сделать. Ну да, об этом речь и идет. Сколько кругов тебе нужно сделать, сколько действий тебе нужно произвести, чтобы ты увидел, что только просьба и только выше может выполнить это. Но возникает заблуждение между «нет никого, кроме него» и «где, если не я, то кто?» «Где нет никого, кроме него?» Уже выполнение — это с него. Но пока я не потребую, он не сделает. И когда он делает, это непонятно. Тут есть только разница между тем, что ты просишь, и точно не знаешь, как просить, так он тебя поправит. И он сделает с тобой... Но это то, где мы требуем милосердия, как говорится. Несмотря на то, что то, о чем мы просим, это не ахти, как точно, но ты нас должен понять, потому что... Ну, как отец, который понимает младенца. Но без просьбы, без разбиения сердца не может быть сердца целого.